Итак, здравствуйте. По просьбам подписчиков хочу рассказать про свой дровокол. Вот его внешний вид. Цилиндр вроде от грейдера какого-то. Ножи ковали в кузнице. Вот так, клином. Сделал крест-накрест. И разное расстояние, чтобы одна плоскость расколола, потом вторая поперек. Многие спрашивают про двигатель. Вообще, как я спрашивал электриков, вроде 4,5 киловатт. НШ-32. Емкость пропановый баллон, разделенный пополам вроде. Пол пропанового баллона поставил через кран, через фильтр, подается в МШ, через МШ к распределителю. Вроде белорусовский, точно не знаю. Ну, вроде и все. Раньше здесь ползунки были, подшипники. Мы их, короче, разбили. Остались так. Сделали обычные ползунки, которые смазываются. Не дают перекос. И все, больше здесь ничего не надо. Настраивал по клапану здесь. Раньше у меня на цилиндре даже манометр стоял. В конце концов оставил на 75 атмосфер вроде дает. Сучки где колет, а где режет, вот как здесь. Режет и все. Как сало. Так, у гидробака еще воздушник и сливной, если что там отстой сливать. Ну все, интересную чурку. Она вся в этом, не знаю даже, это клен американский вроде. Расколется, не расколется, даже не знаю. Как я и говорил, если не колет, то режет.